Сегодня на территории 63-го региона, пожалуй, самая выгодная ставка по депозиту для населения, которую удалось найти журналистам телерадиокомпании «Терра» – 14,5% годовых. Еще в конце прошлого года при желании можно было найти вклад со ставкой почти на 10% больше. Еще зимой некоторые банки предлагали своим клиентам положить деньги на счет под 24% годовых. Но в тот момент и ключевая ставка Банка России была очень высокой – 17%. С тех пор она снижалась несколько раз. 30 апреля, в последний день апреля, состоялось заседание Совета директоров Банка России, на котором было принято решение о понижении ставки, ключевой ставки, с 14 до 12,5%. Ключевая ставка Банка России является таким очень важным индикатором стоимости денег для банков. Вслед за ЦБ банки начали снижать стоимость привлечения средств. Сегодня ставка по депозиту может колебаться от 5 до 14,5% в зависимости от срока и суммы вклада. Впрочем, у этой тенденции есть и положительная сторона. Стоимость кредитов пошла вниз. Ставка кредитования где-то от 18 до 46% она сейчас составляет. В зависимости от того, клиент завел на свою карту зарплату или не завел. Там, где зарплата зачисляется, безусловно, ставка наиболее приемлемая и льготная. По прогнозам экспертов, деньги продолжат дешеветь. До конца года Центробанк еще несколько раз может скорректировать ключевую ставку в сторону понижения.